у нас тут творится? Это снова кто-то выиграл на чемпионате по футболу. Потом я узнаю, кто. Я не слежу за ним. Потом напишу в названии видео, кто что-то выиграл. И они гудят вот уже полчаса. Сейчас 11 часов вечера. Еще это все будет где-то около часа, наверное. Я представляю, каково тут бабушкам и дедушкам спать немецким в такой обстановочке. Ну, радуются, конечно, выиграли. Сегодня играла Румыния и Нидерланды. Кто-то из них выиграл. А я не смотрю футболку. Зато я снимаю разные видосики. Ладно, всем пока. Хорошего вечера. Пока-пока. Подпишитесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Пока.